Над Губкинским навис смог. Горожане обеспокоены запахом гари и ухудшением видимости на дорогах. Причина задымления – лесные пожары и остаточное тление в других регионах России. По информации, представленной нам региональной диспетчерской службой автономного учреждения «Леса Ямала», данная ситуация сложилась вследствие лесных пожаров, которые действуют у нас на территории республики Саха-Якутия. Соответственно, ветер у нас на данный момент северо-западный, и вот этот смог он принес именно с республики Якутии. На территории округа сейчас на сегодняшний день нет действующих природных пожаров, на территории города также у нас не регистрируются. Как только изменится направление ветра, смог рассеется. А пока следует соблюдать элементарные меры безопасности. Закрывать окна, реже бывать на улице, использовать маски и увлажненные ватно-марлевые повязки.